Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300. Хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы. У них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них. 1xbet. Хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет. Сейчас мы, короче, еще одну карту на Хабибе нафармим на 13 уровень. И это Fireball. Вот он в сундуке Фортуны. Только, к сожалению, из эпиков... К сожалению, не вышибалу. Но я не стал ждать. Хрен выловишь этого вышибалу вместе с Fireball. Фаерболом. Думаю, не буду терять возможности, тем более не так много осталось фаерболов. Но у меня нету золота, это проблема. Я рассчитываю так, что я открою сундуки, у меня будет хватать карт на прокачку 13 уровень и останется 4500 гемов, я куплю 100 тысяч золота. Это все, кстати, на гемы суперселлов, то есть вот подобная прокачка, вот уже концовка. Королевский гигант, печка, дракон и фаер — это благодаря суперселлам. Пользуясь случаем, передаю вам привет. Спасибо, Supercell, от души, реально от души, что вы дали мне возможность поиграть еще на моем твинке. Также меня постоянно спрашивают, ну как постоянно, со вчерашнего дня, Холдика, а зачем ты елку в ноябре поставил? Не знаю, просто. Я вообще думал в том году не убирать елку до лета, ну чисто по приколу. Ну а что, она у меня не настоящая, искусственная, а что, она мешает кому-то? Нет. А дает такого вот... атмосферы Нового года, праздника, что ли, не знаю, хз. Ставьте лайк, если хотите, чтобы Новый год был как можно быстрее, каникулы, подарки. Ставьте лайки. От меня, естественно, конкурс на Новый год. Но об этом попозже. Ну как попозже? Ну вы поняли, потом. В общем, быстренько открываем сундучки. Я надеюсь, что будет падать фаербол, а не какая-то дичь. Вот, отлично, первый фаербол есть. Уже почти 800 карт. Ну, если так вот и будет продолжаться, мне самое главное, чтобы осталось 4500 гемов. Так, крутится, лавэ хамутится, но это не в тему. Так, 840 карт уже, отлично. Это осталось 160, да, получается? Да. Так, первая крутится, вторая тоже крутится. Если крутится, это значит удача. Хорошо, и у нас получается почти, ну там, блин, 10 карт. Так, а сколько гемов? Да, нормально, прям все впритык, смотрите. Вот если самое главное, чтобы крутилась карта. Да ну нет! Я так и знал, что западло будет. Тут не бывает такого. И именно, слушайте, именно фаербол не закрутился. Мортира бы пускай бы лучше. Там вместо мортиры какая-то комонка другая была. Но нет же. Фух, да. Вот именно то, что мне надо, всегда меньше падает. Итак, нам осталось... Ну, в принципе, даже если... Не-не, два раза откроем, естественно. Самое главное, чтобы крутился фаербол, пожалуйста. Да-да-да-да-да, все, 10 карт осталось. 10 карт. Так, а ну, давайте посмотрим. В магазине у нас нету фаербола. У нас там мини-пека, да? Можно было бы, конечно, запросить. Так, а если я открою... Последний сундук как раз будет хватать, да? Да, ну, даже останется еще немного гемов у меня. Да, крутится, все, отлично. Отлично, ребята, фаербол у меня на 13 уровень доступен. И я не буду покупать гемы, я вот чисто вот отсюда, вот так вот, сколько, 3700 надо. Прокачиваю огненный шар на 13 левел. Замечательно. Вы же не забываете, да, что этот аккаунт разыгрывается среди вас. И чтобы его получить, вам нужно подписаться на мой канал, подписаться на Холдик Лайв, ссылка есть в описании, на группу мою по Brawl Stars и репостнуть этот ролик. Короче, кому интересно, посмотрите мои предыдущие ролики на Хабибе. Вот этот аккаунт я разыгрываю среди вас. То есть с фуловой прокачкой, друзья. Блин, очень классный аккаунт, и он лучше, чем предыдущие все остальные проекты, за исключением Голема 2 Принца. Это, да, на втором месте этот твинк, и, ну, я реально хорошо его прокачал уже, и осталось не так уж и много. Гемов золота нету, но если вы захотите, я, может быть, еще пополню, я... Посмотрю, как вы много лайков поставите на этот ролик. Поехали. И у меня к вам такое предложение. Давайте вы соберете на этом ролике 5000 лайков, а я вам следующий выпуск сделаю, где я апаю Хабиба на 4600. И буквально на днях, может сегодня, может завтра, я вам проведу стрим на Хабибе для вас. Вот. Стрим, кстати, будет на канале Холдик Лайф. Не на этом канале, потому что на этом канале Страйк. Поэтому давай, не теряй время, подписывайся. Ссылка в описании на Холдик Лайф. Обязательно нажимай на колокольчик и подписывайся, потому что если пропустишь стрим, ну это же все, это же катастрофа. Зачем оно тебе надо? Не пропускай стримы.
Так, против нас мортира с бандиткой, да? О, прикольно, вы видели? Последнюю тычку дал и почти убил миньонов. Электродракон очень крутая карта. Блин, ребята, я вот честно захотел себе задонатить даже на основной аккаунт гемов, чтобы прокачать электродракона на 13 уровень. Я, если честно, вот теперь не хочу расставаться с этим аккаунтом. Правда, вот, блин, он мне нравится. Я придумал следующее. Я извиняюсь, ребят, у меня насморк. Я придумал следующее. Я, короче, в субботу, 24 числа, выберу победителя, но я ему аккаунт еще отдавать не буду. Не буду до того времени, пока не закончу сезон, либо же, ну, не выполню свою цель. То есть он определенно будет победитель, но получит доступ, когда я уже прям, ну, вот, полностью буду, завершу свою задачу, да, вот, апну кубки. Но если я, ну, уже все пойму, что дальше меня не идет и смысла нету продолжать, донатить я уже не буду, подниматься тоже до конца. Ну, если сезон закончится, с нового сезона, естественно, не буду все с нуля делать. Но если вдруг мне понадобится еще время, то я переберегу, короче, аккаунт этот для себя, а потом я его, естественно, отдам. Вот, что-то я получаю люлей, ребята, немножко. Не могу проатаковать никак. Давайте разбираться с этим всем. Мне не нравится то, что он уже мне оставил 1200 здоровья. Кстати, у него фуловая прокачка, тоже как и у меня. Ну почему валькирия дошла к вышке? Так, хорошо, здесь вышибала. Так, вышибала. Ёпта, ёмара. Так, лучницы. Так. Блин, не могу, у меня насморк просто. Так, здесь... Ой-о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 й. Да, смотрите, дракон дефает ордумух практически. Блин. Мне нечем миньонов его контрить. Так, тычку, отлично. Ну, что-то херово идет, ребята, очень херово идет. Так, тут мы, короче, вышибаем... Ну, блядь, ну... О, да, фух. Отлично. Мне надо фаербол использовать чаще. Знаете, в чем мой козырь? Мой козырь — это печка. И я ее теряю постоянно. То есть нельзя этого делать. Она должна стоять. Если не будет печки, то я не смогу проатаковать. Вот сейчас будет орда миньонов. И мне надо будет... Нет, тут разряд. Тут, естественно, разряд. Так, хорошо. Печечку сейчас снова поставим. Я думаю, что можно кинуть фаербол. Можно кидать фаербол. Отличный фаер. Замечательно. И смотрите, что творим. Оба! Просто снесли вышку. Замечательно, ребята, круто, круто. Прокачка мне очень нравится, очень легко играть. Я думаю, что 4600 я смогу теперь с такой-то прокачкой. Ну, я вообще 4600 хочу на видос, а на стриме хочу попробовать 4900. Но мне кажется, сейчас я еще 4900 не подниму, потому что там реально все фуловые. Ой, случайно слил. Там не только одна карта, как у меня. Не, у меня сколько? 5 карт фуловых. А там все будут фуловые на 4900. Ну, мне так кажется, потому что с каждым днем у всех прокачка все лучше и лучше. Так. Печку Кургигант забирает. Слушайте, а чем? Может, электродраконом задефать? И лучницами, да? О, как раз три цели дракон дамажит. Замечательно просто. Только все равно что-то... 13-й. Я только сейчас заметил, что он 13-й. Ну, я не знаю, что. Разряд давайте сольем. И поставим печку. Не ожидал я, конечно, что будет фриз. Конечно же, не ожидал. Никто не мог этого ожидать. Причем, что у меня даже печки по циклу не было. Вот сейчас неплохой такой фаербол был. Мимо духов, мимо дракона. Но урон, конечно, меньше, чем прошел по моей вышке. Так, ну ничего, не беда. Я думаю, что я еще могу выиграть. Так, здесь ставлю вышибалу. Здесь ставлю вышибалу. Мне кажется, что он сейчас будет атаковать меня справа, потому что он спокойно, там открытая сторона, он может спокойно с фризом, опять же, оставить столько же хп, сколько и на левой вышке. Но посмотрим, как он будет действовать дальше. Так, я поступлю следующим образом. Мой фаербол должен убить мушкетера, должен это сделать. Да, у меня же 13-й фаер теперь, ёптель. Так, все, Кургик сейчас спокойно так дамажит вышечку. И остается 566 здоровья на вышке. Так, здесь мы лучниц. Я думаю, что надо поставить печечку, потому что он опять, падла, будет фризить. Хотя ему сейчас фризить не резон, так как там 500 хп всего лишь осталось. Блин, 13-й хог. Я привык видеть 13-й хогов на основе, когда там
5500, 5800 кубков. Но когда я вижу на 4300 13-го хога, я не могу с этим смириться. Я понимаю, у меня тоже Коргик 13-й, но я не могу с этим смириться. Это так, тут по-другому никак. Только так. Только с фулл прокачкой, лол. Так, окей. Ну давай, что, я... наверное, не на мушкетера фаер кину, а на печку. Вот, кстати, мы решили оба добивать фаерболами. У меня, кстати, мы выяснили, что у него фаербол есть. А, кстати, я добью без фаера. Эй, отлично. Так, здесь у нас электродракон. Ну, ему достаточно одного фаербола, чтобы добить слева вышку. А, возможно, даже Валька добьет, если ему повезет. А ему повезет, скотине! Блин, повезло, скотине. Так, но смотрите, он зафризил не все. Он зафризил лишь одну вышку. Сука, ну 13-й хок, епё мать! Куда столько урона ты наносишь, гнида ты паршивая, блин. Я недооценил, ребята, немножко его. 13-й хок, это нихера себе, ребята. Ну, смотрите, он сейчас, короче... Вот так вот, вот так во, вот так во. Так, хорошо. Зафризил, окей, здесь вышибало. Блин, ну он же будет фаерами, скорее всего, меня добивать, да? Печку не особо хочется ставить сейчас. Так, окей. Давайте, накидываем, накидываем пацанов. Так, печка, печка, стой, 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 падла. Стой, 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 подлюка. Так, отлично, задефались. Так, тут у нас лучницы, лучницы. Так, хорошо. Ему надо фриз, фриз, срочно, срочно фриз. Фриз, 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 идиот. Ха-ха-ха, зафризил, послушал меня. Повелся, лох. Так, готовим фаербол на мушкетера. Тут мини-пека. Так, и последнюю тычку. Найс, все, и осталось кинуть огненный шар. У него больше было шансов. У него больше было шансов, так как у меня меньше здоровья было на вышке. У него еще фриз. Вот, но у меня печка. У меня, наверное, прокачка. Если в общей сложности, то она у меня получше будет его. У него 13-й валькирия, хок и фаербол. 4 карты у него 13-й, а у меня 5. Нет, да мы плюс-минус наравне. Хотя у него больше 11-х карт. Да мне все равно вообще, лучше, не лучше. Какая разница? Я иду на 4600, и меня никто не остановит. 200 кубков осталось. Вам 5000 лайков, следующий видос на 4600. И, блин, стримы скоро на Хабибе. Это круто. До конца сезона у нас осталось сколько? 13 дней. Поэтому ждите стримы на Хабибе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, на канал для стримов, потому что стримы будут на другом канале. Нажимайте везде на колокольчики, не болейте и смотрите мои все видосы. Пока!